можно сказать с уверенностью, что Миша реабилитировался по фарму. Третья строчка, пока все в порядке. Так, на 15 минут, сейчас контроль баунти рун. Эйм и Чилиз занимают свои позиции. Секреты... Секреты нет. И без баунти играем. Без просветок, без дастов, без баунти. И, так. Походу, без пуджар. Потому что он, конечно, там толстый, худ, но... Не, убьет. А может, Хучанский? Оп! Хучанский? Промазал. Ой, тот, к сожалению, взорвался. Яичник, но... Динает? Боже! Читер. Все, я это. Молодец, если не читер, вот так вот, да, надо говорить. Да, я в тильте был бы на месте. Ты вообще вдумайся, ты тратишь 2 ультимейта. У тебя умирает 3 ультимейта, более того. Феникс умирает у тебя. Вы тратите миллионы ресурсов, и каким-то образом это тушите одинает. Ну что?